Вот, возьми старушку или какого-нибудь старичка, по мусорным ящикам куски хлеба собирает. Это когда такое было? В войну не было никогда такого. Депутат в вашем округе? Не знаю. Не знаю. Понятия не имею. Не знаю. Понятия не имею. Не знаю. Я без понятия даже не интересуюсь, потому что эти все жулики и обманщики. Понятия не имею, я его не знаю. Понятия не имею. Я тоже не знаю. Я не знаю. Могли бы вы назвать основные проблемы вашего округа здесь? В основные проблемы, вон, пенсионеры ходят, голодают, сам, как говорится, все, да? Вот, а эти, вот, возьми старушку или какого-нибудь старичка, по мусорным ящикам куски хлеба собирает. Это когда такое было? В войну не было никогда такого. Ну, по ночам гоняют мотоциклисты, вот это вот, как бы немножко угнетает. Ну, где-то асфальт там, это, на подъездах это. Разбитые дороги, очень сильно разбитые. Я сам вожу автомобили и постоянно ощущаю это на себе. Тротуары не делают. Ну, яма, ухабы, это ж просто проехать невозможно по дорогам. Ни на общественном, ни свое. Дороги разбиты тех, кто на машинах замечает. Надо решать коренной проблему в сельном районе. У нас много автотранспорта стоит под окнами, и пустует земля. Там ни клумбы, ничего не делается. Вот в районе между Московский проспект и полоса отчуждения, метров, ну, наверное, 150-200 до домов. Ну, сделайте, там же вот сделали около Хользунова стоянку бесплатно. Ну, что вот машина, вот это, кому это понравится? Бабушки, у которых нет автомобилей, у меня два автомобиля, но бабушкам это не нравится, когда они под окнами. Можно сделать вот это, как-то со стоянками, с автомобильными, это очень важная проблема. Машин все больше и больше, а места все меньше и меньше. Скажите, как депутат Гребенкин решает ваши проблемы? Вообще еще никаких проблем не решали. И его глаза даже еще не видели. Я его не знаю и знать не хочу. Это особо не афишируется, я не знаю. Вы увидели тут вообще с избирателями? По крайней мере, рядышком вот в округе не видела. Я не обращалась ни разу. Может быть, до нас он просто не доходит, и никто не обращается. Никак, наверное, в принципе. Думаю, никак, потому что они разбиты каждый раз после зимы, типа одно и то же все время. И как бы они там ни старались что-то делать, всегда то же самое каждый год.